что-то такая маленькая, узкая. У меня я сегодня вот надела вот платье Massimo Dutti. Massimo Dutti. Вот такое. Закатала рукава. Сумочка. Курула светленькая. И Massimo Dutti босоножки. Тоже светленькие. Я вам уже много раз их показывала. Невысокий каблучок, буквально 7 сантиметров. Очень удобные. Хотя вы сами видите, что здесь вот буквально одна полосочка. И вот здесь ремешочек. Все, ногу практически ничего не держит. Но очень удобные, очень комфортные. Классные, нога не устает. А такая сегодня. Ребят, хотела сегодня реснички наклеить. И хотела сделать прическу. Но у нас жара под 40 градусов. Поэтому не изменяю своему пучку. И зализанным волосиком. Вот такая вот я сегодня красоточка. Все, ты дома сидишь. Все, я злая мама. Я злая мама. Так как мы сегодня идем к Леве на день рождения, хотим выбрать Леве конвертик. Леша уже пошел снимать деньги. А я сейчас... Такой вот. Алис, пусть всегда везет. Смотри, какой классный. Ему не понравилось. Нам надо для мальчика. Вот, да, нормально, как в GTA 5. На совершеннолетие. А в GTA 5 это какой? Ну, типа в стиле там все. О, деньги, смотри. О, да, давай вот такой ему понравится. Мам. Много денег, да? Ему понравится, да. Так, еще что есть? Давай вот. Еще посмотрим. Давай этот. Подожди минуточку, для мальчиков. Ну вот, для мальчиков. Мама, ему понравится. Понравится, точно? Да. А тут больше ничего и нет. Ну вот, все, давай так берем. Вот это, да, берем? Себе, что себе? Кстати, заметили, Алиса с новым рюкзаком. А что ты себе хочешь взять? Книгу. День рождения у Лёвы, не у тебя. Просто книгу. Себе. Ладно, книгу давай. Комикс? Может быть. Мне интересно уже, что ты хочешь взять. BTS? Нет. О, большой подарок любителям Майнкрафт. Я не любитель. Давай еще подумаем. Выбирай на сегодняшний момент. Диппер Мейбл у тебя есть? Есть. Я могу почитать. Майнкрафт нет. Нет, да? Я давай не могу. Вот мам, у меня, короче, дома 13 карт. Я не могу дочитать 1/5 главу, потому что она не сильно интересна. Или 4-ю, вроде бы. Я не могу понять, почему я не могу это читать? Ну, значит, надо или собрать книжку в магазине, читать сначала хотя бы первую страничку, если тебе интересно, подача. Не, она была там запакована, понимаешь, у нас? А, понятно. Там... Про Майнкрафт, да? Чё, ну, давай попробуем. Пропал. Котенок пропал. Прочти, интересно? Ну, давай да. У тети спросим про комиксы. Не, ну, спросить? Давай я сейчас еще... Посмотри, хорошо. О, книжка уже не нужна? Ну, мам, если это вроде бы 20 августа, ой, ну да, августа или какого там еще, выйдет второй том. Это 13 карт? Да. А, ты ждешь, да? Ну ладно. Я это обязана купить черные листы, потому что это их хочу. Нравится тебе, да? Да, я люблю на черных листах рисовать. Когда... А чем рисовать? Обычной ручкой можно? Да, белой. У тебя есть? Нет. Ну тогда покупай и пошли. Прямо иди. Прямо направо. Там ручки. Ну, Алиса. Пойдем, сейчас папа нас потеряет. Вот маленький ластик. Ты, кстати, когда-нибудь покупала вот такое? Корректор, да. Точечный. Да, мне корректор дарила. А, просто я не помню почему. Ну, Наташа дарила, твоя подруга. Не, ну, а прям белый корректор она тебе дарила? Да. Я не помню. Да, она дарила белый корректор. Mm. Ну, он же просто как этот. Да, да, да. На водяной, понимаешь? На водяной. О, папа идет. Белую ручку ищем. Папа, вот, вот конверт. Ты снял денежку? Сейчас купила сначала, мы не покупали. Взяла белую ручку? Все, идем на кассу. Она белая? Она белая, да. Если она не белая, то что? Она белая, не переживай. Папа, она же ручка, да чего мне? Мне кажется, я тебе немножко неправильно лямки сделала. Одна выше, другая ниже. Нормально, мне нормально. Ну как нормально? Нормально. Спина-то перекошена. Давай быстрее, папа на кассе уже. Так. Модница. А вот.
Ребят, скоро ждите, у нас на канале будет видео Back to School. Будем Алисе выбирать ланчбокс. Нет. Выбирать. Ты уже выбрала, да? Уже, да, я выбрала. Будем покупать тетрадки, будем покупать ручки, карандаши. В общем, все, что необходимо. Ну, вот это вот я обожаю здесь, маленькая. Смотри, Алис, термонаклейки продаются на одежду. Да, мы испортим футболку. Просто утюгом. Мальчики, не мальчики. Пошли. Грибочки. Держи. Что нужно сказать спасибо. Родителям? Спасибо. Погромче, на всю громкость, Сережа. Тимой сладкий мальчик. О боже мой. У Алисы нет сегодня маски анонимаса. Хочет у Лёвы в ТикТоке поучаствовать. А куда она делась маска? Она ее забирала отсюда? Не знаю. Вот придумала, смотрите. Вот такую маску. Лёва, у нее голова отсохнет, пока ты ищешь. Он же тяжелый. Алиса, анонимас, Алиса, твой самодельный анонимас. Анонимус. Давай, анонимус. Алиса, сюда встань, видно будет тебя, нет? Да, тебя видно, давай снимаем. На таймер ставлю на 10. Готова? Ага. Ну ты руку прими, выставишь, и все, и начинаю повторять. Погнали. Ребят, обалденное вот это платье, всем нравится. Мама купила новый стул сюда в комнату. Смотрите, какой красивый. Прям королевский. Королевский стульчик. Классный. Мы уже дома. Алиса ест творожный сырок. Я включила кондёр, ребят. Ну, жарко. Переоделась. Надела шортики, надела маечку. Сидим, немножко отдыхаем от трясучки машинной. Ребят, рекомендую вам подписаться на канал Moneymaker. Там вы найдете много разных видео из путешествий. А еще Кузьма расскажет вам, как можно заработать... Так и не унесла я в машину эту подушку. Подпишись на его канал и личную страничку ВК. Все ссылки в описании. Через часик можно будет выйти на улицу. Все клипы, которые я буду... Прикольные идеи, прикольно. Спать охота, что-то прям сильно. Как будто я не выспалась, ребят. Вообще, вот такое бывает у вас после того, как в машине поездишь? У меня иногда бывает, как будто укачает, так спать. Вот это прикольно. И троим ее детям. Ребят, вышла на улицу что-нибудь поделать с огородиком. Хочу показать вам арбузик, смотрите. Маленький арбузичек. Маленький крошечка. Или это цветочек. Не знаю, но вот... Вот там точно будет арбузик, где-то там есть. Сейчас рыхлю землю, убираю сорняки. Быстро очень растут, это вообще что-то нереальное. Ну, такие приятные прям. Вот этот вот сорняк очень мягкий, прям бархатный. Нравится мне. Но оставлять не буду. Прорыхлила всю свеколку. Немножечко капустку, но Лёша вчера просто там тоже делал. И сейчас я занимаюсь морковкой. Вообще, конечно, в ту сторону идти, работы там много, как видите.
Ну, сколько успею сделать, столько успею. Мы поздно приехали, время уже 7:30, уже темнеть начинает. Алиса один раз искупалась в бассейне. И мне вот эту полянку еще нужно привести в порядок. Тоже, видите, уже зарастать начинает. Ой. Наша шарафуга.